Приветствую вас. Первый шаг к прощению измены. Первым шагом к прощению измены является понимание того, чего вы хотите конкретно для своего партнера. То есть, если ситуация такова, что вы своего партнера, допустим, любите, если ситуация такова, что ваш партнер вам, к примеру, дорог, если ситуация такова, что для вас ваш партнер важен, если ситуация такова, что вы по-прежнему желаете счастья для своего партнера, то это является первым шагом к прощению. То есть первый шаг к прощению, это определение того, что вы хотите для партнера. Второй шаг к определению, к прощению точнее, является вторым шагом. Является отказ от условно принятия на свой счет того, что значит, партнер сделал. То есть очень важно, чтобы действия своего партнера вами не принималось на свой счет. То есть очень важно, чтобы вы поняли и приняли вот такую, ну, такую достаточно простую вещь, что партнер ваш изменяя вам преследовал цель не навредить вам и не сделать что-то негативное и плохое вам, а преследовал цель партнер, вероятно, ну, реализовать какие-то свои цели и какие-то свои потребности и желания, которые вот по, значит, какому-то, ну, по некому обстоятельству, да, оказались нереализованным. То есть это момент, который нужно понять. Дело не в вас, да, что тяжелее всего принимается, как правило. Дело не в вас совсем, а в вашем партнере, который, значит, оказался во власти своих проблем, трудностей, противоречий, увлечений, желаний и так далее. Ну да, он с ними не справился. Вот. Да. Дальше.
Следующее, на что нужно обратить внимание, это на причины измены. То есть, почему человек изменил. Если это произошло, скажем так, не совсем по желанию человека, то можно проанализировать причины. И постараться, допустим, что-то поменять. То есть это вполне реальная история и вполне реальный момент. То есть вполне реально что-то изменить. Вот. Если человек изменил, ну, условно говоря, потому что ему так хотелось, и страшного он в этом для себя ничего не увидел, не видит. В таком случае, конечно, прощать его не следует. Потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Понимаете, простить, вот любое прощение, да, простить, значит, принять, понять. И вместе с тем, нельзя отрицать того факта, что, например, для вас, например, для вас, как и для любого абсолютно человека, измена есть странно. То есть это вот на самом деле довольно травматично, потому что разрушились привычные связи в мире, разрушилось привычное миросостояние для вас. Вот. И, естественно, вам тяжело. Вот. Поэтому возвращать, ну, условно говоря, привычное миросостояние тоже нужно вам. Вот. Не прощать измен, то есть обижаться на нее, как-то вот ругаться из-за нее, бесполезно. Можно выражать свои чувства, что вам обидно, что вам больно, что вам тяжело, например, что вам неприятно, вот. Это можно. Это не только можно, но и нужно. Потому что если этого не делать, то я полагаю, что негатив
он будет копиться, негатив он будет продолжать нарастать. И в итоге вам будет все тяжелее и тяжелее. То есть этот момент нужно понимать. Нужно понимать и учитывать. Поэтому свои чувства и эмоции выражать по этому поводу можно и нужно. Вот. Необходимо даже это делать. Но, значит, все-таки идеально было бы, если это было бы такое вот конструктивное движение с целью исследовать свои отношения, понять, что в них не так. Именно в отношениях ваших, что не так. Потому что если бы в отношениях все было хорошо, да, то я более чем уверен, что измены бы не было. Вот. То есть это очень важно понимать. Это очень важно понимать этот момент. Вот. А исключением является ситуация, когда партнер изначально был таким, то есть когда он изначально вел себя так, что можно было предсказать, предположить, что с его стороны будет измена, вот. Но вы предпочли проигнорировать данный аспект. Вот. То есть опять же, как бы вас не обвиняет никто. Никто не говорит, что вы не правы, что так, например, поступать было нельзя. Вот. Так никто не говорит. Речь идет о том, что вы либо принимаете человека таким, какой вот он есть, либо нет. Идея вся, она заключается в этом заключается вся идея. Основная идея заключается в этом. Надеюсь, что вы для себя данный аспект, значит, постарайтесь принять и понять, потому что без этого вам будет тяжело, без данного понимания. А в целом идеально, если бы вы обратились за консультацией, вот, к специалистам, да, в частности, вот, к нашим специалистам, ну вот, на сайте психолога, вот, выразили бы все свои чувства, которые у вас, безусловно, есть, и которые сейчас бушуют.
И уже после того, как был бы снижен градус эмоционального напряжения, вот, после этого уже можно было бы о чем-то говорить, да, то есть можно было говорить о том, чтобы в каком-то направлении двигаться дальше. Вот. То есть, понимаете, прощение это не то, что происходит по желанию, к сожалению. То есть нельзя хотеть простить. Прощение происходит постепенно. Постепенно, чем больше вы понимаете человека, чем больше вы понимаете человека, понимаете, почему он, например, так поступил и так далее, вот. Тем быстрее приходит, собственно говоря, вот это понимание. И тем меньше вы, ну, действительно обижаетесь, принимаете на свой счет и так далее. Несмотря на то, опять же, что это, ну, действительно травматично. Вот, вот так вам, в принципе, можно ответить на ваш вопрос. Так можно на него ответить. Я надеюсь, что для вас это было полезно, надеюсь, что вы что-то новое для себя открыли, надеюсь, что вы теперь лучше понимаете, в каком направлении вам двигаться, вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.